Представьте себе на минуту город, в котором не было бы ни деревьев, ни цветов. Какими скучными и непривлекательными показались бы его кварталы. Цветы. Они нужны людям. Ими украшают улицы и жилища. Их дарят в дни рождения и на свадьбы. Приносят к подножиям памятников. Эти книги о цветах, о зеленом нашем друге, написал Борис Владимирович Гроздов, доктор биологических наук, профессор Брянского технологического института. Свой богатый опыт Борис Владимирович передает студентам. Профессор Гроздов ведет работы по акклиматизации растений. И каждый новый сорт, каждый новый цветок – это годы жизни, годы упорного и кропотливого труда, отданного людям. И если бы каждый советский человек посадил хотя бы одно дерево, хотя бы один кустик, наши города превратились бы в цветущие сады.